Развитие вёски про поддержку кадров. По таким напрямку працуете в Могилевском районе, у приватности на агрокомбинате «Зара». Днями тут уведены устроен новый шматкватерный дом для специалистов предприемства. Ключи отримали первые новоселы. Стильные, с великими окнами до подлоги. Электродом выдатно уписался у мясцовость агрогородка Речки в Могилевском районе. Новую будовлю для своих работников узвел агрокомбинат «Зара». Дом на 24 квартиры, полова из них двухпокоевая, полова квартиры студии. Выдатно для молодых людей, которые планируют и надалее работать у господарцы. Свое жилье – это всегда хорошо, круто. То есть я работал тут больше 4 лет уже работаю, всегда хотел отдельное жилье. То есть это как для меня просто супер. Так как нам только 25, и мы имеем уже двухкомнатную квартиру, как бы я считаю, это очень круто. Поэтому я надеюсь, что с таким руководителем, даже не надеюсь, а знаю и уверена, что с таким руководителем организация «Заря» будет с каждым годом покорять только новые вершины. Отримали ключи и хутчэй на огляд кватэры. Так, пакуль тут не хапае рамонту и утульности, але гэта справа невялікага часу. Уласныя квадратныя метры ёсць, а з рамонтам дапаможа гаспадарка. Мы поддержим своих специалистов во всем. Дом построен специально для того, чтобы закрепить их на селе. И чтобы они понимали, что сегодня и глава государства, и само государство, и в том числе руководство этого предприятия заботится о их будущем. А дом – это самое светлое для них сегодня. Таким чином, господарка клопотится про замацывание кадров на предприемстве и у районе. Теперь у «Зары» працуя более полусотни молодых специалистов. А наступным годом по размеркованию пройдут працевать еще 12. У тем лику и для их на лето почнут будовать еще один шматкватерный электродом. Кристина Каранкевич, Александр Артемьев, «Новини региона».